Всем привет! Сегодня мы будем вязать такую вот интересную повязочку на голову. Она универсальная, подходит как и маленьким детям, так и взрослым. Размер подбирайте сами. Для этого нам потребуется крючок, у меня номер 2. Вот такие нитки. У меня они акриловые, вы можете взять какие угодно. Ну что, поехали? Для такой ширины нам потребуется набрать 10 воздушных петель. Если вы хотите шире, то можете набрать больше, а уже значит меньше. Значит, делаем таким образом. Вот так мы начинаем первую воздушную петлю. Раз. Ее не нужно сильно натягивать. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. 7, 8, 9, 10. И еще мы делаем одну петлю подъема. Это мы всегда делаем. Петля подъема. Итого получается 11 петель. Значит, 11 мы не считаем, а вяжем вот с 10 начинаем. То есть вот 10. 11 пропускаем, вяжем 10. Значит, делаем накид и вяжем петельки с накидом. Таким образом. Так. И провязали. Еще раз. Накид. Следующая петля. Раз. Два. Три. Еще раз. Накид. Следующая петля. 2 и 3. Еще раз накид, следующая петля, 2 и 3. Немножечко неудобно тут и снимать, и вязать, поэтому могут быть немножко некрасивые моменты, но это все временно. Понятное дело, если я просто так вяжу, мне процесс идет намного быстрее и работа красивее получается. А когда на камеру медленно, значит. Таким образом вяжем до конца. Так. Так. Так, предпоследняя, значит, петля. И последнюю мы вяжем точно так же с накидом. Вот таким образом. Так, все, значит, провязали. Делаем петлю подъема. Переворачиваем нашу работу. И точно так же, значит, петлю подъема пропускаем. И вяжем следующую рядом, которая накид, петля, раз и два. Дальше накид, петля, раз и два. И так вяжем до конца. Итак, я провязала вот такую длину. Значит, у меня получилась вот такая вот интересная повязочка. Теперь мы будем ее связывать между собой. Значит, берем, натягиваем так вот, убираем пока крючок в сторону. Значит, складываем пополам вот эти наши концы. Таким образом так складываем. Не знаю, видно, нет. Так. Дальше. Находим конец одной петли и другой петли. Вот так. Вот эту ниточку мы тоже вяжем. То есть мы ее оставляем так посередине, то есть здесь. И ее провязываем вместе.
Раз и два. Дальше следующая петля. Раз. Так, нитку оставляем. И два. Дальше следующая петля. Раз. Два. Просто провязываем между собой их. Ой, не знаю, видно или нет, так неудобно. Очень неудобно здесь. Вы бы видели, как у меня камера стоит. Так. И так до конца. Я провязала до конца. Теперь мы делаем одну воздушную петлю и ниточку срезаем. Так, все. Убираем ниточку так вот и затягиваем. Все. Вот таким образом, смотрите, получается. Вот, переворачиваем работу нашу. Все. Вот. Ровно. Даже и непонятно, что здесь шов. Вот так вот получается наша повязочка. Очень красивая. Очень быстро вяжется. Я за 10 минут провязала вот такую вот повязку. Вы можете размер подбирать сами. Измерять и как ребенку, так и взрослому. Всем спасибо за просмотры, за то, что вы со мной были. Спасибо, что вы меня смотрите. Оставайтесь со мной, и вы увидите многое, многое другое, многое интересное. Пока-пока!